Итак, друзья, конечно, в первую очередь хочу всех вас поздравить с наступающим Новым годом, но наши с вами эксперименты, видеоролики, конечно, будут только продолжаться и продолжаться. Много различной информации мне поступает, в том числе из разных стран, из разных городов. Поэтому сегодня я покажу вам кое-какие значимые моменты, которые еще не успел опубликовать, чтобы вы посмотрели, оценили. Это все буквально происходило в декабре 2021 года, в тот самый момент переходный, когда, скажем, ну что-то менялось, пространство, время. Буквально вот мы входим в 2022 год с этими событиями, но многие, кстати, о них немножко не то что забыли, даже не видели или не ощущали на себе, но в небесах происходило что-то очень-очень важное. Поэтому посмотрите, пожалуйста, видео собрал различные от вас всех, от многих зрителей. Если какой-то не успел видео, скажем, здесь опубликовать, извиняюсь, много-много, скажем, информации, всю не успеваю переработать. В общем, всех вас с Новым годом, посмотрите эти видеоролики, давайте все вместе оценим. Мой посыл к вам будет такой: давайте объединяться и делать видеоролики в один день, а точнее снимать Солнце, Луну и любые небесные объекты, как делаю это я, например, снимая Солнце 21 декабря, затем 22 и 23 декабря, в тот самый момент, когда произошло великое солнцестояние или просто-напросто рождение нового небесного светила. Конечно же, вы тоже собирали информацию со всей Земли и разных стран, и давайте же посмотрим, как все это было. Итак, начинаем. Минус 35, и у нас радуга, вокруг Солнца идет радуга. Отлевайтесь. Какая у нас радуга. Зимой, на носовую. 12 час ночи. Никто не подскажет мне, а где ночь? Почему небо светлое? Что случилось? Почему ночь выключили? Как четко. Абсолютно. Купол отражает, что ли? Красиво, конечно. Облака такие. Перистые. Интересно. О! Кто это у нас летит? Что-то слабенький хвостик-то. Доброе утро, товарищи. Вот летит самолет. Он не оставляет за собой никаких следов, даже следов топлива. А это у нас выборцы. Утро 17 октября. Вот. Все в опылении в каком-то. И туда далеко-далеко за горизонт равномерненько все. Вот. Явно что-то нам распыляют, господа. Скорее всего так. Вот еще, по-моему, самолет. Ну, вот здесь у нас трасса проходит, самолет. Я ни разу не видел, чтобы прям за самолетом оставались какие-то следы. Смотри. Мама. Я вижу. Вот ты скажи, смотри. Мама. Я вижу, луна. А ты видишь? Нет? А что ж ты мне показываешь? Ну-ну-ну, аккуратно. Ты куда собрался-то? Поехали. Сейчас, мама. Ну, потихоньку.
Да, за 150 тысяч. Ты завтра что, работаешь или у вас уже? Трейл. Вот заходите в здание и продолжайте. Вот туда. Вот. Какая дистанция? Сегодня в Армении что-то творится. Летит самолет. За ним гигантский химтрейл. Еще и там химтрейл, но уже развеялся. Вот. Thank you.
так и мусорит наше небо. А вот антенны. Вот это химтрейл мега большой. А там виднеется луна. Интересный кадр. Трейл просто гигантского размера. Уходит еще дальше и дальше. Просто огромные размеры. Ну что ж, мои дорогие друзья, Симона, Айка, Лена и еще множество добрых и умных людей, все мы контролировали процессы, происходящие над нашей головой. И вот наступило время новой реальности, в которой мы с вами и оказались. Но жизнь на этом продолжается, также и будут делаться новые видеоролики. И, конечно, наше с вами общение не закончится никогда. На этом я говорю вам до свидания. Удачи вам в новом 2022 году. Поехали. Пока и бум!